Сегодня наша страна празднует еще одну дату – 1 октября, Международный день пожилых людей. В связи с этим глава региона поздравил аксакалов, ветеранов области, и пожелал им долгих лет жизни. В этот день пожилых людей чествуют на всей планете. Эта категория людей всегда вызывает восхищение не только у молодежи, которая стремится учиться у них простым человеческим ценностям, ответственному отношению к труду и жизни. Устроители встречи постарались украсить мероприятие сценическими постановками, концертными номерами, национальными играми. Глава региона, в свою очередь, тепло поздравил аксакалов и ветеранов, пожелав им самое главное – здоровья и долгих лет жизни. Вы внесли большой вклад в социально-экономическое развитие нашей области. Огромная вам за это благодарность. Несмотря на возраст, вы и сейчас не устаете заниматься с молодежью, воспитывать их в духе и преданности своему делу, патриотизма и любви к родине. О каждом из вас можно многое сказать. Низкий вам всем поклон. Сегодня в стране государство проявляет немалую заботу о стариках и пенсионерах. Отметим, что по области чествование пожилых людей продлятся целый месяц. И это лишний раз подчеркивает, на какой высоте стоят представители старшего поколения у нас. Говорят, рождаются все. До старости доживают избранные. Вот сегодня праздник таких избранных людей. И всем хочется пожелать добра, здоровья, благополучия, мира и всех-всех земных благ. Люди, живите мирно, дружно, берегите друг друга на этой благодатной земле Казахстана. Организаторы говорят, что главная цель, которой они придерживались, это оказание особого внимания пожилым людям, чтобы они не чувствовали себя одинокими, ненужными обществу и окружающим. Ведь уважение к старшим у казахов воспитывается с молодых лет и сидит в самом менталитете народа. Кулюш Умурзакова, Ернар Сатыбалды, 77 News.